Две кражи с разницей в минуту происходят в половине седьмого вечера. Неизвестные не обращают внимания на клиентов и продавцов магазина. Забирают вначале один ноутбук и сразу же соседний. Из торгового центра молодые люди попытались скрыться на автомобиле, но уехать далеко не смогли. Их задержали сотрудники патрульно-постовой службы. 20:30 получили информацию от оперативного дежурного от плане перехват «Лада Приора» черного цвета. У дома 2/4 по улице Шугурдина была замечена автомашина, в которой находились граждане, подозреваемые в совершении преступления. Подозреваемые 15-летние жители Самары. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное имущество в момент их задержания было в салоне автомобиля. Ну, хотел себе ноутбук купить, ну, попозже. Вот, увидел ноутбук, понравился очень. Возник умысел взять его. Смотрю ноутбук. Отключил его и забрал его. Понравился ноутбук. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренной частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в настоящий момент устанавливается причастность данных граждан к совершению серии аналогичных преступлений на территории города Саратова и Саратовской области. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила более 180 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.